Доброго времени суток, почитатели наших лиц! В эфире телепередача «В любое время» и мы ее ведущие Таиса Краева и Денис Лавров. Сегодня вас ждет, как всегда, очень много интересной и не особо полезной информации. Мы расскажем вам о том, как идти к своей мечте, о новых трендах и о многом другом. А еще к нам придет очень интересный гость, музыкальный гость, который расскажет, как это быть стабильным. И, конечно, Таиса, я не могу не обратить внимание на твое чудесное, обворожительное новое платье. Ты в нем просто великолепна. Спасибо большое, Денис. Я тебе очень благодарна за эти комплименты. Ну, а мы продолжаем. И продолжаем мы дальше с очень интересной новости. С очень интересной новостью. Мужчина-русалка. Мужчина-русалка. Да. Если кто не знает, есть и такие на самом-то деле. Его зовут Кристиан Риэль. Он с детства был влюблен в диснеевскую русалочку Ариэль и хотел быть всегда на нее похожим. Но как это сделать, он себе просто не представлял. Но везение и труд, все, как говорится, перетрут. Зашел он в Инстаграм, заходил, видимо, туда не один раз и нашел там человека, который как раз производит силиконовые хвосты для людей. Рыбьи силиконовые хвосты. Так вот, этот молодой человек Кристиан Риэль. Смотри, Ариэль, Риэль. Да, я тоже заметил. Да, созвучно, да. Наверное, он тоже фамилию тоже где-нибудь прикупил специально. Может быть. Да. В общем, этот человек прикупил себе хвост за 90 500 рублей на наши деньги. Ну, фунтов не важно, сколько там. Тысяча, по-моему, 100 с чем-то. В общем, как бы 90 500 рублей потратил этот человек, купил себе силиконовый рыбий хвост и пошел плавать. И вы знаете, что самое интересное? Что все родственники, которые есть у этого человека, русалки, его поддержали и сказали: сынок, брат, там кто, я не знаю, еще у него есть из родственников, мы так за тебя рады, ты такая чудесная рыба, плавай, пожалуйста. Представляешь, на нашем Тагильском пруду приходит человек и одевает рыбий хвост, и начинает плавать. Как ты думаешь? Его бы какой-нибудь рабочий с ОВЗ, катаясь на катамаране, точно бы выловил, мне кажется. Я думаю, что его бы просто экологи сразу окружили и сказали бы: ребята, смотрите, в Тагильском пруду человек-рыба завелся. Да, и никого бы причем это не удивило даже. Да, как это нормально? Человек-рыба. Удивило бы то, что происходит сейчас в Германии. Так. В Германии напечатали купюру, внимание, в 0 евро. В 0, абсолютный 0. Эта купюра не является платежеспособной, так как, ну, там 0 евро. Но она является оригинальной банкнотой. Она на той же бумаге, с теми же водными знаками, с отличительными признаками, с печатями, со всем. Она является просто в качестве сувенира. И выпущена ограниченным тиражом, всего в 5000 штук. Но, между прочим, эта купюра, она не бесплатная, и каждая стоит по 2,5 еврика. То есть за то, чтобы купить 0 евро, нужно заплатить 2,5. Надеюсь, очень логично, я считаю, да? Учитывая то, что к нам сейчас из Германии очень много переходит, надеюсь, к нам эти купюры не перейдут. А то зарплату получать такими купюрами. Знаешь, еще есть такая небольшая новость. У нас наши российские музыканты снова отличились. Есть такая немецкая группа «Рамштайн», очень популярная рок-группа, ее предводитель Линдеман. И на эту группу, на их трек «Du riechst so gut», который переводится «Ты пахнешь так хорошо», наши музыканты, а именно народники, которые играют на балалайках, домрах, аккордеонах, даже на пиле, создали кавер. Ну, кавер. Не рассказывай всего, не рассказывай. Давайте посмотрим этот видеоролик, а потом расскажем, какой комментарий оставила Рамштайн под этой видеозаписью. We'll be right back.
Просто потрясающее невероятно исполнение. Прям я не знаю, как это описать. По поводу комментария. Группа «Рамштайн» на своем официальном сайте с ссылкой на это видео оставила следующее послание. Больше струн, чем в метал-группе. То есть это прям рок-рок. Рок-рок. Молодцы, гордимся вами. Ну, дорогие друзья, если у вас есть чем поделиться с нами, обязательно присылайте свои фотографии, видео, приветы, поздравления, все что угодно к нам в социальные сети. Самые интересные публикации мы покажем в нашей программе. Но не забывайте ставить хэштег «В любое время». Мы движемся дальше, дальше еще интереснее. Оставайтесь вместе с нами. А всем, кто к нам только что присоединился, мы напоминаем, что вы смотрите передачу «В любое время», и к нам пришел гость Евгений Пистер, солист, автор текстов и один из основателей группы «Два капитана». Здравствуйте, Евгений. Мы очень рады, что вы к нам сегодня зашли. С каким-то подтекстом ты сейчас прям. Ну, почему с подтекстом? Все хорошо. Вот, Евгений, вы солист группы «Два капитана», да? А думали вы в детстве о том, что вы будете заниматься именно музыкой в дальнейшем? Наверное, нет. Хотя пел я очень давно, наверное, как себя помню. Но, к сожалению, обстоятельства складывались так, что ни в каких кружках, ни в какой самодеятельности я не участвовал. А когда вы решили стать певцом? Ну, я не думаю до сих пор, что я какой-то певец. Какой-то? Вот, ну, вы же певец. Ну, певец для меня – это все-таки профессионал-музыкант, образованный. Ну, будем говорить, музыкант – это уже очень большое для меня слово. Я себя музыкантом не называл никогда и не считаю, и не буду считать, потому что у меня есть большие примеры рядом со мной, моих соратников и просто знакомых. Тагильча? Да. Прям... Которые музыканты с большой буквы. Музыканты с большой буквы. Ах, ну, раз вы не музыкант, даже не знаю, как спросить. У вас, получается, нет образования, да, музыкального вообще никакого? Дело, Вити, не в образовании, хотя у меня его нет. Дело, ну, можно иметь 15 образований. Конечно. Да, и быть... На самом деле, в защиту Евгения, я хочу сказать, что мир, и в том числе даже в частности наша Россия, она имеет множество примеров, например, таких как Виктор Цой, потом еще Бутусов, еще много-много различных «Машина времени», вот Макаревич, они же все без образования, без музыкального. Почти все вышеперечисленные архитекторы. Да, они вообще, они больше просто занимались практикой, из этого получились чудесные группы, вообще увековеченные на всех, я думаю, страницах. Ну, вообще неплохой ряд, конечно, «Машина времени», там Вячеслав Цой. Бутусов, Виктор Цой. Хотя я не думаю, что Виктор Цой, даже дожив до этих времен, назвал бы себя музыкантом тоже. Почему-то я сомневаюсь. Ну, бог с ним, с образованием. Да. Где состоялось ваше первое выступление? Первое выступление публичное состоялось в четвертом классе. Мы сорвали урок пения. И был вызван директор, завуч, классный руководитель на открытый урок. Ага. То есть наш дяденька, руководитель, ну, этот музыкальный руководитель, пожаловался на нас. И меня, как самого главного негодяя, вызвали к доске и сказали: пой песню, которую вы разучивали. Я спел «Беловежскую пущу». А эту песню вы не разучивали? Нет, мы ее разучивали как раз. Всем просто очень понравилось, и я, когда пел ее, думал: ничего себе. А, у вас пришло первое сознание, что у вас есть голос, что нравится людям, может быть, вот так, да? А с вами подпевали одноклассники? Нет, они были очень испуганы все. Евгения, можно такой вопрос? Достаточно сложный, может быть, но мы все-таки надеемся, что вы нам на него ответите. Расскажите о самом вашем большом успехе в музыкальном творчестве, естественно, и о самом большом провале. Такое, может быть, не очень приятное воспоминание. Ну, провал, провалом даже сложно, наверное, назвать. Было одно выступление, на котором я себя чувствовал очень некомфортно. Это было давно, наверное, там в каком-нибудь 91-м году. Меня пригласили наш коллектив в другой город. Вот. Не было возможности вообще никакой там выставить какой-то аппарат. И более того, не было уже коллектива к тому моменту. Был я и наш барабанщик Вовка Шамонин, кто помнит этого замечательного человека. Вот. И мы приехали вдвоем. Ну, это было все согласовано. Я пел под плюс микрофонограмму. Это был единственный в жизни раз. Это было очень ужасное ощущение.
Вот. Ну, вот, наверное, для меня это такой какой-то был. Ну, не то, что это провал, всем понравилось, никто ничего не понял. Да. Ну, мы как тогда еще не было корпоративов таких, как сейчас. Было какое-то просто мероприятие, а нас там знали, в этом городе очень любили. Вот, да, вот это было ужасно. Ну хорошо, успех. Это ведь, мне кажется, проще запоминается. Я сейчас, знаете, что скажу? Все успехи у нас еще впереди, у нашего коллектива. Ну, какой-нибудь такой момент, который так выходишь, так, все, чтоб весь зал, чтобы они такие, два капитана. Для чего артисты выходят на сцену? Чтобы получить вот эту взаимную энергию. Я сейчас расскажу ситуацию одну. Осенью у нас планировалось выступление большое, но оно не состоялось. Почему? Ну, может быть, это тоже не успех какой-то. Очень, не очень хорошо продавались билеты. Ну, я просто честно расскажу. Бывает, там были какие-то объективные причины или что. Мы концерт сняли в зале, но в этот же день дали, в этот же час для очень близкого круга наших друзей практически, просто у себя в репетиционной комнате. Был замечательный концерт с общением, то есть зрители находились на расстоянии вот вытянутой руки. Для меня это сначала был стресс такой. В рот тебе вот так смотрят. У нас большая программа, и мы вот так очень здорово беседовали. Я даже когда разговаривали, микрофон в сторону убирал. Было очень по-домашнему, очень здорово, и мне такая форма просто понравилась, было очень хорошо. Такой небольшой квартирник, да, получился? Ну да, такой модный формат сегодня такой. Ну, в принципе, он такой очень востребованный, и мне даже очень нравится. Евгений, расскажите, пожалуйста, нам о плюсах и минусах вашей работы. Есть вот прям явные минусы, чтобы вот зацепиться за них? Явные минусы. Но которые люди мечтают стать певцами, такие, Минус, давайте немножко юмора добавлю. Минус, мы работаем всегда вживьем. Случаются казусы. Можете какой-нибудь такой прям жесткий казус, который бы там вы вот так до сих пор вспоминаете и так, почему он случился? Ну, казусы, они возможны при такой работе, конечно. Ну, вот я считаю, что это не казус. Микрофон не включился. Ну, это ерунда, согласитесь, все услышали, что вы поете живьем зато. Вот хуже, когда... Давайте один интересный момент расскажу. Я общаюсь с залом, ну, конечно, под настроение тоже. И иногда в зал даже выхожу. И выходил, и это было тоже так, я немножко сегодня вспоминаю, мы древний коллектив же, мы потом дойдем же до этого. Да, обязательно дойдем. Так вот, в те давние времена я вышел в одной песне в зал с микрофоном, чтобы зрители подпевали. А где концерт проходил, чтобы вот так сразу картинка? Дворец культуры НТМК это было, я помню, как сейчас. И... спел с одними, с другими, подошел к третьим, они мне руками вот так показывают что-то в ответ. Ну и я пошел дальше. После концерта выяснилось, что это была пара глухонемых. Слабослышащих людей. Я не очень сначала удивился, почему они на концерт пришли. Они же слышат вибрации какие-то. Да, но люди, мои друзья рядом с ними сидели, они, говорит, весь концерт хлопали. Ну, такие люди слабослышащие, кстати, у нас в храме, где я пою на клиросе уже 8 лет, община слабослышащих людей, они приходят, специальный день для них, суббота, то есть там сурдоперевод для них, все здорово, они приходят, молятся. Это замечательно. Точно так же. Евгений, я сейчас предлагаю посмотреть фрагмент вашего выступления, вашего концерта, чтобы наши телезрители имели возможность увидеть, как работает эта замечательная группа «Два капитана». Давайте посмотрим. И я посмотрю с удовольствием со стороны. Спасибо. Шагай осторожно, не спеша, по битым стеклам, по земле, по морю израилась, но не отчаялась душа, и что-то тихо лишь. За каждой встречей встречу, ожидая, и часто ей бросали, не брала, но втайне на прощение терзая. Шаг за шагом, трудный путь, шаг за шагом.
Здравствуйте еще раз. Вы смотрите «В любое время». И сегодня у нас в гостях Евгений Пистер, основатель группы «Два капитана». Евгений, еще раз здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте еще раз. Скажите, а вот у вас группа называется «Два капитана». Евгений, у вас что, в группе, правда, «Два капитана»? А кто лидер вообще? Вы знаете, у нас в группе как таковых лидеров нет. И чему я очень рад, потому что обычно, да, есть какой-то человек, который выстраивает какую-то концепцию, там, не знаю, что там. Ну, если про это говорить, то, наверное, здесь немножко больше идей даю я. Но все, что касается творчества, у нас очень коллективное участие, и все привносят все, даже девчонки наши, бэк-вокалистки, если это все. Мы всегда всех выслушиваем, пробуем, и все, что нам кажется, что это достойно, мы оставляем. Группа «Два капитана», ей всего, там, по-моему, года 2.5, а до этого мы назывались группа «Рио». И нас очень много людей в нашем городе и в области до сих пор помнят и знают именно как группу «Рио». А что случилось? Почему переименовали? И почему именно «Два капитана»? Вот почему «Два капитана» – очень интересный вопрос. У каждого из вопрошающих есть какая-то своя версия, и мы ее принимаем все. Я знаю, почему «Два капитана», там другие участники тоже знают, да? Кому как нравится. В общем-то, кто читал книгу, или кто фильм, да, Каверина, или книгу, да, или фильм замечательный, у того вопросов этих не возникает. Угу. Вот. Ну, я не могу сказать, что это прям вот это все про нас. Значит, кто хочет узнать, почему называется группа «Два капитана», смотрите фильм «Два капитана», и каждый для себя найдет ответ, правильно? Да, и читайте книги. Лучше читайте книги, потому что книги гораздо полезнее. А вот тогда такой вопрос. Вы давно уже, много-много лет, мы знаем, это 30 лет, это огромный срок. Да. Скажите, как вы считаете, в чем заключается вот тот, может быть, это успех, или что нужно сделать для того, чтобы попасть вот именно на большую сцену музыканту из Нижнего Тагила, просто взять и выбиться? Что для этого, вот как вы считаете? Вы знаете, смотря какие цели ставите, задачи для конкретного человека, если это нужно людям, то сегодня открыты, благодаря интернету, в общем-то, границ не существует, если это нужно. Да? Но при всем при этом многие люди не понимают, чего они хотят. То есть вот эта вся мишура, вот это все, да. Ну чего, либо стоит... слава, либо чтобы их все, ну, творчество, да, их все узнали, за этим, правильно? Стоит огромный труд, много унижений, и вот трудиться мы не отказываемся, никогда и не отказывались. Нам не нужно было это, когда мы начинали, по большому счету, и не нужно это сегодня. Мы занимаемся этим, ну, по какому-то, не знаю, там, зову сердца или что. Да. Даже можно сказать, что это больше какой-то любимое занятие, хобби, может быть, даже так. Тогда следующий вопрос прям вот будет в точку. А не возникало ли у вас или у членов вашей группы желание просто бросить все и резко прям кардинально поменять, например, профессию? Там, стать кем-то? Ну, не сколько даже профессию, а просто бросить этим всем заниматься. Вот, надоело прям. Иногда выходишь с репетиции и думаешь, почему так хорошо тебе? И вот когда ты получаешь эти ощущения, таких мыслей не возникает вообще. Ну, то есть, да, ты пришел, побыл, потрудился, не знаю, там, 2-3 часа. Что-то получилось, что-то нет, но домой немножко идешь такой, как на крыльях. Вот. И, конечно, после выступлений ощущения очень похожие, потому что зритель, чаще всего наши произведения нравятся людям, они с удовольствием поют с нами, аплодируют. Конечно, это тоже немножко заряжает, и таких мыслей не было. Но, скорее всего, отпраздновав наше 30-летие, пышно, мы очень надеемся, что это произойдет. А как это? Давайте расскажем, как вы будете праздновать 30-летие? Мысли следующие. Собрать большое количество творческих коллективов Нижнего Тагила и сделать большой-большой концерт. Мне кажется, замечательная идея. Очень разноплановых коллективов, от народных до симфонических оркестров, и поиграть нашу музыку. Вот есть у нас какой-то багаж. То есть каверы на ваши песни? Да. Есть у нас музыкальный багаж за наши эти 30 лет.
откуда что берется. Прям. Да, и вот прям вот сыграть кто как видит. Ну что ж, давайте мы еще раз прервемся и посмотрим фрагмент этой замечательного выступления этой замечательной группы. Ну, кто знаком с этой группой, наслаждается, а кто не знаком, знакомится. Берег остался, и скрылся из вида звуки прощальных фраз. На горизонте, и мы исчезаем, не видно любимых глаз. В этой минуты все изменилось, все поменялось в раз. Все изменилось на то и на после, стало порось у нас. Мы снова с вами в это в любое время, и у нас в гостях Евгений Пистер, солист группы «Два капитана». Евгений, еще раз здравствуйте. Для тех, кто к нам только присоединился, у вас накануне будет юбилей. 30 лет исполняется вашей группе. Как вам удается столько времени сохранять эту группу? Вы просто человек стабильности. Прям идеал стабильности. Ну все, можно помирать, вы мне столько хороших слов наговорили. Но ваш юбилей, обычно на юбилей же хорошие слова. Ну да. Ну, на самом деле, летописцы путаются в своих изложениях. Мы не можем прийти к какой-то дате конкретной, что вот с этого момента. Все-таки, скорее всего, это весна следующего года. Да. И тот концерт, о котором мы говорим, видимо, уже начинаем подготовку к нему. Наконец-то альбом у нас выйдет двойной, я тоже надеюсь, с Божьей помощью. Что удается, как удается. Понимаете, если бы один человек это очень хотел и тянул бы всех за собой, это была бы одна история. При каких-то даже эмоциональных спадах одного у нас есть... Группа поддержки, да? Конечно, да. А если девчонки наши придут замечательные, то вообще хочется что-то делать, что-то показывать, писать, сочинять. Евгений, у меня вот такой вопрос. Вот вы говорите о концерте на юбилей, то есть группы, каверы. А есть ли уже у вас на примете какие-то, ну, люди, может быть, какие-то коллективы нашего города, уже которым вы сказали, что, ребят, приходите, вот вам песня, готовьтесь. Были предварительные... Или сейчас они прямо из телевизора об этом да, узнают. Да, да, да. Были предварительные разговоры с Евгением Всеславиным. Да, все знают, наш известный дирижер, с каким оркестром он будет участвовать, нам, в общем-то, без разницы, у него их несколько, да? Вот. Был разговор с Владимиром Шмельковым, ансамбль «Рябинка», руководителем, да, тоже никто не отказал, все были за. Были разговоры с группой «Blues Line», с нашими большими друзьями, с Сашей Макаровым. Кого еще упустил? Ну, пока вот назову три таких коллектива очень известных. Остальным приготовиться. А остальные приготовятся, да. Евгений, вот я знаю, что в вашей жизни был такой момент, очень интересный, вы давали концерт от православной церкви, насколько я правильно вас тогда поняла, что вы пели песню аж на 21 языке, такое было? Да, это вы знаете... Расскажите, это очень интересно. Это не очень имеет отношение к группе «Два капитана», но... Это все равно значимое событие. Но пять участников группы принимает участие в этом хоре. Хор наш называется вокальный коллектив «Классика Микс» под руководством Юлии Авраменко. Вот. Я уже не помню историю его создания. Ну, Юлия – это очень известный регент в Нижнем Тагиле. Вот. Она собрала нас, всех бестолковых дяденек и очень умных девочек, в один коллектив и предложила сделать вот такую программу. Ну, то есть мы попытки сделали, была выставка какая-то, сейчас уже не вспомню, в Музее изобразительных искусств. Мы попробовали несколько произведений, спели.
всем понравилось. И мы сделали большущую программу, по-моему, на 21 языке мира. Мы пели христианскую музыку разных народов мира. Ну, там, от общеизвестных, общедоступных, там, английском, немецком, украинском, болгарском языках. Два произведения были на языках африканских, то есть там «Отче наш» мы пели на языке суахили. Да. Наши на чувашском языке «Тропарь» пели. Ну, то есть, очень интересная и музыка сама, и понятный язык. То есть, представляете? А долго готовились? Мы готовили, по-моему, полгода эту программу. С большим успехом мы ее показали. Премьера была в Музее изобразительных искусств, опять же. Был аншлаг, что-то там билетов не было. Приходили люди и уже хотели попасть непосредственно перед выступлением. Ну, просто там очень ограниченный зал. И просто не могли усадить всех желающих. Пришлось повторять этот концерт для, да, по просьбам. А еще будете повторять? Вы знаете, мы сейчас с Юлей непосредственно обсуждали вопрос о большом концерте в большом зале. То есть, почему бы не повторить вот этот концерт в вашем юбилейном? А в нашем концерте? Юбилейном обязательно классика микс будет участвовать. И вот эту песню «Русскую душу» мы уже начали рассматривать. Ну, одну из, да, то есть классика микс обязательно будет участвовать. А по большой концерт, сольный классики микс, скорее всего, возможно, мы тоже будем готовить, ну, зимой или, может, тоже к весне. Ну, в этом году уже. В этом году. Ну, да. Очень хочется попасть на ваш концерт, да. Прям вообще заинтриговали. 21 язык. Да, как это вообще? Как это выучить столько песен? Ну, представьте, арамейский язык там, да, то есть язык, на котором говорил Иисус Христос. Да. Богослужения, насколько знаю, ведутся в мире только в двух местах на этом языке. Мы сейчас уходим на небольшую рекламу. Оставайтесь вместе с нами, дальше интереснее. Создавать телепередачи, быть журналистом, ведущим, телеоператором увлекательно. Вашему ребенку наверняка понравится. Школа кино и телевидения набирает детей от 12 до 16 лет в группу «Телетворчество». Звоните 8 922 603 7601. Студия «Шкит». Мир удивительного творчества. Здравствуйте, с вами в любое время, и у нас в гостях Евгений Пистер, один из основателей группы «Два капитана», у которых скоро юбилей 30 лет. Евгений, добрый день. Добрый день еще раз. Мы очень рады, что вы к нам зашли, и, как всегда, у нас по традиции в передаче есть такая штука, называется «Блиц-опрос». Это небольшая игра, мы задаем вам 7 вопросов. Если вы больше половины отвечаете правильно, то вы побеждаете, и мы с Таисией будем петь «В лесу родилась елочка», один куплетик, как маленькие-маленькие ляльки. Вот. Но, если вы проигрываете... Так. Интереснее уже, да? Конечно. Я тогда танцую. Нет, ну танцевать у нас здесь невозможно. Вы тогда поете песню из исполнения группы «Ласковый май», любую. Любую. За что у меня так? Ну, понимаете... Только прям я проиграю специально, хочу прославиться. Вдруг возьмут меня 85-м солистом группы «Ласковый май». Ну, хорошо. Вы готовы? Всегда готов. Тогда начинаем. Набор из 8 звуков, в котором последний звук является более высоким повторением первого. Что за ужас какой? Вообще не готов даже. Никакого. 4. Нет, никакого. Хорошо. Первый музыкальный инструмент, появившийся на Земле. Он есть у каждого из нас. У вас тоже есть, вы им пользуетесь довольно часто. Так, не подсказывай, петь захотел. Я не знаю. Хорошо. Как называют человека, исполняющего музыку на церковных колоколах? Ну, это вы должны знать. Ну, это, да, звонарь. Правильно. Отлично. Как называется небольшой переносной орган? Небольшой переносной орган. Переносной орган? А такое возможно? Да, конечно, да. Ну, не аккордеон же. Нет, не аккордеон. Поехали дальше. Я хочу проиграть. Да. Хорошо. Автор оперы Евгений Онегин. А есть такая опера? Есть. Дальше. Назовите автора знаменитой песни «Калинка».
Малинка? Малинка. Калинка-малинка. Не знаю. Ну, поехали дальше. Ладно. Последний вопрос. Как звали царя в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок»? Это был царь? Да. Царь. Ну как, ну вспомните произведение. Оставь, что не настоящий, да? Да, уже проиграл я. Проехали, вы уже проиграли, уже все нормально, все замечательно. Дело в том, что мы сейчас обязаны, конечно, вам сказать ответы. Начинаем с первого. Надо было ответы с самого начала сказать. Точно. Вот неправильная игра. В следующей передаче так и сделаем, правильно? Мы сначала будем говорить ответы, а потом уже вопросы. Так интереснее же играть. Точно. Даешь ласковый май. Ну подождите, давайте мы по-честному скажем. Давайте по-честному. Набор из 8 звуков, в котором последний звук является более высоким повторением первого. Ту-ду-ду-ду-ду, ту-ту-ту. Это октава. Диапазон 8 звуков, октава. Первый музыкальный инструмент, появившийся на Земле, да, который есть у каждого, это, конечно же, голос. При помощи голоса можно очень много... Ну мы же не могли вам позволить выиграть, вы же понимаете, да, что да, все да, очень да. хитро, да. как бы. Вы правильно ответили. Абсолютно. У вас на звонаря, но это прям беспрекрасно. Нет, здесь меня не поняли бы, да. Да, я знала, что вы ответите, да. И прям за вас. Небольшой переносной орган. Это шарманка. Это шарманка. Небольшой переносной хорошо. Орган. Автор оперы Евгений Онегин. Есть такая опера, автор Чайковский. Ну, понятно. Петр Ильич, да. Автор знаменитой песни «Калинка-малинка». Ну, тут мы думали, что вы сможете назвать. Нет, ну, «Калинка-малинка» я правда не знаю. Это народная песня, поэтому народная. Автором не является народ. А как звали царя в опере Римского-Корсакова «Золотой петушок»? Ну, это царь Дадон. Понятно. Дадон. Ну, один из семи. Ну, ничего. Неплохо. Не, ну, можно засчитать Дадона, потому что... А было 0 из 7? 0 из 7 не было. Пока не было. Есть к чему стремиться. Есть к чему стремиться. Но мы в следующий же раз будем говорить вопросы, а потом задавать ответы. Наоборот. Будет 0 из 7? Да. Давай, исправляй ситуацию. Мы будем говорить сначала ответы, а потом задавать вопросы. За эфиром будете говорить ответы? Конечно. Подготовить гостя, чтобы... Нет, мы просто вот так вот пробежимся сразу по ответам, прямо в эфире, чтобы зрители тоже знали, да, могли ответить. А давай не будем тянуть время. А кого мы будем спрашивать тогда? Гостя. Мы же между собой будем говорить. И представляете, ответы. Еще и тогда будет 0,7. И что тогда? Ну, спойте, пожалуйста. «Ласковый май». Да, «Ласковый май». Любую песню. Белые розы, что там дальше у них? Беззащитные шипы. Белые розы, белые... Пойте, как хотите. Главное, пойте. Пойте, как хотите сейчас. А еще немножко. Все? Все. Надо текст. Надо текст. Да. Мы просто споем. Не ожидали, что вы проиграете на самом деле, да, поэтому не подготовились. Потому что мы прям без туры делать елочки, то у нас есть текст с собой, он здесь напечатан у нас. Эх, да. Лучше бы тогда было 7-7, да? Конечно. Тогда ну, будет. Я думаю, вы к нам еще придете, потому что впереди юбилейный концерт группы «Два капитана». Обязательно приходите, он состоится в Нижнем Тагиле. Да, на большой арене. И, Евгений, большое спасибо, что вы к нам сегодня пришли. В следующий раз, когда вы победите... Мы обязательно споем для вас «В лесу родилась елочка». И то, что вы у нас попросите спеть. Настало время нам с вами попрощаться, но ненадолго. А вы не забывайте участвовать в розыгрышах. Просто сделайте репост этой программы в социальных сетях Тагил ТВ на официальном сайте. И вы будете участником розыгрыша и сможете получить очень хорошие призы. Логичная логика, Денис. Спасибо, что были сегодня вместе с нами. Смотрите нас. С вами были Таиса Краева и Денис Лавров. До скорой встречи. Пока-пока.